Несмотря на сильные заморозки, выходить на лед в некоторых местах реки Вологды пока не рекомендуется. Об этом заявили вологодские спасатели. Пока на реке еще остаются опасные участки. Подробнее о ситуации расскажет Егор Канавин. Сейчас ситуацию спасатели мониторят ежедневно. Толщина льда во многих местах реки Вологды уже превышает 14 сантиметров. Такой ледовый панцирь легко выдержит вес человека. Но спасатели предупреждают, ледяной покров не везде однородный. Например, в створе улицы Ленинградской он еще не до конца окреп и достигает лишь 6 сантиметров. Поэтому в местах массового перехода людей все еще стоят запретительные аншлаги. Это створ улицы Ленинградской, соборная горка, район реки Золотуха, где впадает и обычно промоина, створ улицы Машиностроительной и в районе Чайки. Напомним, штраф за выход на лед в неположенном месте составляет 500 рублей. В зависимости от погоды решение о снятии запрета будет принято в ближайшее время. Пока спасатели с выводами не торопятся. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней ожидается потепление. Так, 3 декабря температура днем составит лишь 2-4 градуса ниже нуля. Егор Канавин, Михаил Протасов. События дня.